Я снова на берегу озера. Подкрадываемся медленно. Огоря очень ревностно охраняют свое потомство. Я первый раз вижу, что они вышли пощипать травку. Постараюсь не напугать рыжее семейство. Вот они, рыжики пушистые. Папы огори очень нервные, всех убьют за своих деток. Нам в зоопарк для птиц ходить не надо. У нас есть городская лужица, а в лужице отселенцев даже чайки морские. Папа кинется. Папа кинется, если близко подойти. Так я и постараюсь обойти, чтобы не укусили. Ага. Мне надо тут и лужу переплыть, у нас ливни были. И чтобы эти рыжие, вроде бы родственники лебедей, они даже ближе не к уткам, а к лебедям, живут парами, свою пару охраняют, и чуть что всех зашипят и закусают, если сделают резкие движения. Эти ляпы пушистые. Это мама. Да, кря-кря. А еще у нас островок с кувшинками или лилиями. Даже не знаю, как они правильно называются, родственники лотосов. Попробую потом на зуме пофоткать. Должно быть красиво в большом увеличении и в хорошем качестве.